Хоба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобою продолжаем играть в страшную сказку 2. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк, а также подписаться на канал, если ты здесь впервые. Ну что же, ребята, в предыдущей серии мы встретили бабку Гренни, реально! Но бабка-каннибалка, людоедка, вот, но она получила свое. В общем, детишек мы отпустили. Самое интересное, что детишки остались в том доме. Ну, типа, они там приберутся, выкинут мусор и будет воп. Ну, надеюсь, с ними все будет хорошо. А мы идем дальше, и вот у нас такая вот картинка. И это, погоди, это же принцесса, да? Да, это принцесса, ребята. Нам же король сказал как раз ее спасти. Вот. Ну, сейчас будет у нас миссия по спасению принцессы. И, кстати, мы ее спасем, и, как ты понимаешь, полцарства, напоминаю. Вот. Ну что, колодец, как всегда, по традиции будем... У-ху, ау, ау. Ребята, тут кто-то есть в этом страшном лесу. Так, ну я вижу уже фонарь. Так, вот и она. Так. Тихо. Держись. Кого-то там монстр выискивает. Ты куда лапы тянешь? Ну-ка, пошел отсюда, пошел. Кыш. Тянет он ко мне, что ли, лапы. Ну-ка, давай. Короче, там кто-то прячется, ребята. Так. Спускаться опасно. Девочка стоит прямо перед лестницей. Грибочки какие-то, смотри-ка. А, я на грибы почему-то обратил внимание, а не на... Что это вообще такое? Кувшин какой-то. Так, сейчас, секунду. Большой глиняный кувшин. Ну, просто вот такой вот он. Так, что еще у нас тут есть? У нас есть на ветке протертое место. Протертое место? Это значит, что здесь была какая-то веревка. Вот. Так, можно еще, смотри... Нож какой-то взять. Так, и теперь, наверное, применить. Нет, мы не можем это сделать. Да, вот, фоточка. Ребята, это она. Король обратился с просьбой спасти принцессу и дал мне ее карандашный портрет. Выточенный. Ну, это, понятное дело... Что мы будем делать? Вот сейчас хороший такой вопросик, ребята. Девочка с монстром на охоте. Бедный зверек забился в норку. Я должен ему помочь. Так, все просто. Делаем. Нож берем. Да, кнайф. Давай, используй. Бинг! Но! Че это, она его погладила, типа, или что? Иди туда. Пошел туда. И у нее есть любимая игрушка. Так, зверьку мы... Ни хрена там зверек-то, ёкарный бабай! Зверек-то тоже выглядит, посмотри как. Так, все, смотри, мы можем теперь спуститься. Надо успевать, друзья. Надо успевать поспевать. Короче, он сейчас будет патрулировать местность, да? Он же пойдет обратно. Я 100% уверен, потому что нам надо к ней подойти. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Друзья, грибочки висят. Может, мне жрать просто хочется. Ну, на самом деле, да, мне что-то жрать захотелось сразу. Какого-то фига. Так, принцесса, ты шо? И мы стоим как вкопанные. Ты вообще серьезно, что ли? Я думал снять с нее корону и все. Но, видимо, нет. Ладно. Понимаю. Протертое место, значит, что-то надо подобрать. Вижу уже веревку, ребята, веревочку. А, сюда мы не можем пойти, потому что иначе обнаружим. А в чем прикол-то? Реально просто взять вот эту вот... Как эта штука называется? Я забыл, ребята. Ваня, это не корона, а как... Ох, сейчас даже хочу. Погоди. Так, у принцесс не корона, а что? Что у ней? Что на голове у королевы или самый известный? Это корона... Шампунь.
венок, венец. Да, блин, да нет же. Она как-то по-другому, по-моему, называется. Принцесса, песня. Эй, принцесса, меньше стресса. Да боже мой. Все, друзья, я посмотрел, это диадема или тиара. Вот как-то так называется. Это же принцесса, не королева. Королева, да, они как бы... Так, все, берем. Веревка. Братан, беги! Беги, братан! Фух, успели, ребят. А что мы... Погоди, что мы собираемся вообще делать? Мне прям интересно. Так, я понимаю, да, мы будем сейчас использовать здесь веревку. И что дальше-то? Для чего нам эта веревочка? Что она... Так, что тут еще можно сделать? Давай, конечно, осмотрим все. А что тут можно подсоединить? Так, видишь, уже все, этот идет. Что у нас есть? Кувшин. Кувшин глиняный. Что он собирается делать? Вот как вы думаете? Первый вариант. Я думаю... Ты серьезно? Ты хочешь зарядить этим кувшином... Как бы в принцессу, чтобы ее диадема как бы слетела или что, или тиара. Ты что-то как-то это все... Ниппон! А, ну он хочет оглушить его, понял. Все, логично. В принципе, понятно, все хорошо. Окей. Ладно. Так, он идет. На. Что ты, господи, дурак? Ой, дурак, что ты, блин, наделал? Охренеть! Боже мой! Ну все, полцарства не получишь. Молодец. Красавчик. Молодец. А еще, скорее всего, король тебя прибьет нахрен. Надо что-то придумать. Надо придумать, что это не я сделал. Нет, ни в коем случае. Нет, это я бы не сделал. Нет. Маленькая принцесса, вот я и нашел тебя. Мои руки в крови опять. Был ли шанс спасти тебя? Дурак! Да, конечно, был! Боже! Элли в опасности. Если девочки охотятся в лесу, они и сами могут стать жертвой. Я должен спешить. От таких дураков, как ты! Нахрена ты? Ты просто дурак! Я просто в шоке. Не, погоди. Ну вот смотри, он же мог просто взять эту диадему... Или погоди. Может, не просто так она снимается? В плане, может быть, он прикоснулся бы к ней, и он тоже бы как-то... Ну да, по идее, так она, наверное... Хотя нет, вы помните, наша сестра, она как бы в руки взяла, и нормально все было. Она не превратилась еще. Но как только на голову одела, все. Это пипец. Ладно, будем думать, что если бы он реально прикоснулся к ней, он бы тоже как бы стал... Злым. Серьезно, можно с ним поговорить? Енот? Спасибо тебе, малый мальчик! Я не хотел, это безумие. Главное, чтобы живы. Поймать меня пытаются уже не первый раз в нашем лесу. Теперь господствует закон джунглей, либо ты, либо тебя. Больше они застанут, я не врасплох. Что думаешь насчет капканов? Думаю, теперь ему лучше сюда не соваться. Ну, типа, это... Может, ты мне... Я не знаю, что им дашь за спасение-то свое? Охренеть. Ладно. Окей. Не, ну я не знаю. Я просто в шоке, ребят. Честно, я не могу... Я не могу просто что-то вот сейчас... Не, ребят, напишите в комментариях. Ну, что вы думаете по этому поводу? Мне просто интересно. Ну, как? Как он просто... Ну...
я как себе это представляю? Он, значит, диадему снимает, она такая, а, кто, что ты? И монстр мог бы, наверное, напасть. Но он бы сказал, времени нет, быстрее, быстрее залезай. Да, тогда бы тоже, конечно, бы как-то так получилось. Ну ладно, короче, погнали. Корыто. Вот теперь сидим у разбитого корыта, блин. Что, в кустике? В кустиках посидеть? А, можно было в кустике спрятаться, ребят. Я, кстати, тоже немножечко тупанул. Так, камыши. Нормально. Странная лодка, и весел нет. И весел нет. Ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Там делаешь? Мне нужно переправиться через речку. Это твоя лодка у берега? Лодка? Нет, она принадлежит реке. Как же мне переплыть на другой берег? Там нет весел. Лодка, как и сама речка, заколдованная. Чтобы переплыть ее, ты должен принести что-нибудь в дар. А, это ты. А я готовлюсь к приходу гостей. Что думаешь насчет волчьей ямы? Думаю, они ценят твои труды. Это дар? Ну да, нормально, принцесса, сойдет, как бы. Окей. Я в шоке. Блин. Главное, чтобы этот енот не проболтался, блин. То я знаю его. Да, лодка нормально. Готова плыть. Погнали. Нормально. Замечательный уровень. Великолепный просто. Чем дальше, тем лучше просто. Блин, еще и попить нету. Нет! Ладно, мы плывем на другой берег. И что-то впереди я... Ух, ни хрена себе, что-то мы не туда, по-моему, поплыли. Не надо, не надо, не надо. А, это... Господи, я обосрался. Я думаю, какой-то мужик там стоит с головой, с совой. С совой, с головой. Ну, ты понял. А это всего лишь как бы такая... Так, и шо? Опа. Ну, ты не такой злой, как декорация вот эта вот на арке или... Ну что, погнали. Здорово, братан. И что теперь? Рад приветствовать, странник моей скромной обители. Полагаю, вы сильно устали с дороги и желаете отдохнуть. Прошу за... Не-не-не-не-не, это вот вы сейчас... Можно просто проехать? Спасибо, вы очень добры, но я сильно спешу. Прошу простить за мое любопытство, но позвольте узнать, куда же вы так торопитесь? Я должен найти пещеру и спасти мою сестренку. Злой дух захватил ее разум. Полагаю, вы ищете пещеру, расположенную на Кровавом острове, по соседству с нашим. Вы знаете это? Пожалуйста, укажите мне путь. Только отчаянный искатель смерти отправится в этом направлении. Путь туда не близкий, к тому же спокойная река сменяется нечистотами и кишающей нечистью. Буду рад помочь. Боюсь только, что преодолеть такое плавание вы сможете лишь после... Да не, он любой, блин! Да тут везде подвох, понимаешь? Тут везде подвох. Я никому не доверяю, просто никому, даже самому себе. Уже не доверяю, потому что, ну, господи, он мог спасти принцессу. Отдохните, юноша. А после мы снарядим вам всем необходимым и... Не, все. Это тоже, типа, любители покушать людишек и детишек, а? Люди так редко приплывают к нам на остров, а мы буквально нуждаемся в вашем обществе, как вы в воздухе. Проявите милосердие, проведите с нами несколько часов. Но мне и правда стоит отдохнуть, спасибо. Прошу за мной наверх, я отведу вас в лучшую комнату. Вот эти вот декорации, понимаешь? Они не просто так.
располагайтесь, а я пока велю подготовить лодку. Еще раз спасибо, отдохну немножко в путь. Как пожелаете. Отдыхайте, юноша, крепких снов. Говнюк, ты что там делаешь-то, а? Меня погружают в какой-то кошмар, что ли. Почему все такие злые? Тимохи! Чё там? Здорово, братан. Так, это ты молодец, что кулачки-то сжал. Потому что, походу, придется сейчас нам наподдавать кулачками кому-нибудь. Долго, интересно, мы будем блуждать. У меня есть такое предположение, то, что надо идти в том направлении, где он появляется. Видишь? Понятно все. Так, идем. Идем. Пытаемся выбраться. Твою дивизию. По-моему, неправильно я пошел. А, тут... Так тут можно... Серьезно? А, ну тогда понятно. Что это такое? Ни хрена себе. Какие-то прыщи. Что это, интересно, такое? Вот слышишь звук? Теперь понятно. Надо как можно быстрее, в общем, все успеть. На! С какой злостью он, да, вот это вот делает. Так, теперь, мне кажется... Во! Тут... На! Ой-ой, братан, приход! Тихо-тихо. Где-то наверху теперь справа. Думаю. О, слышу. Опа. Охренеть! Слушай, ну что происходит? Я, конечно, в шоке. Так, мы пришли в себя. Сраные совы, что вы творите? Все, чапаем из этого места. Ребят, побыстрее. Зет. Ты чё как вкопанный стоит, блин? Мальчик, ты заблудился? Уже поздно. Ты, как я вижу, притомился. Почему бы не отдохнуть? Пойдем, я провожу тебя. Так, ну они типа нам как бы не враги, но по факту... Понятно все. Нет, так, и... Куда мы? Еще ниже.
Ага, он спалил. Let's go. Let's go. Let's go. Ну ладно, хоть они не пытаются мне там сломать шею или еще что-нибудь сожрать. Это меня определенно радует, ребята. О, как. Тихо, 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 не выходим. Блин, на самом деле меня уже бесят эти совы. Хорошо, что мой ловец снов уже сломан. Подозрительная сова, я вспомнил, по дважды два показывается. Вообще клевый мультик. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Давай на Z попробуем. Ну-ка. Z, залел. Окей, вот залел. Отлично, замечательно. S, Серега. Может, на Серегу давай? Давай на Серегу попробуем. Так, Серега, серый. Ага, вот где серый у нас. Но это если обратно возвращаться. А что у нас тут, кстати? Давай посмотрим вообще. Пацан! И там внизу, и там внизу еще! Ни хрена себе! Блин, блин, он меня сейчас спалит! Черт, ну ладно, давай вот тут. Вот как-нибудь вот тут вот. Пожалуйста, не пали меня. Подозрительная сова. Ты не спишь? Мальчик, ты заблудился? Нет. Или... А где у вас тут туалет? Уже поздно. Не, а куда реально? Куда мне, например, по маленькому? А если по большому захочу? Что, я в кровать тебе должен? Похавать хочу. Когда у вас тут приносят? Начальник, начальник! Блин, надо что-то придумывать, ребята. Так. Что это такое? Опа. Вытащи меня. Так, все. Понял. Вытащить не получается. Так. Вот здесь. Очень важно, ребята. Надо подумать, что нам нужно. Значит, так. X. Переключ. Так, есть. Теперь идем сюда. Сова тут идет. Опа. А что это такое? Инструмент с плоским заточенным... А у меня, кстати... А так у меня все скоммунистили. Ни хрена себе. Что за фигня? Так, погоди. А тут... А тут нет рычага, чтобы он... Он просто сейчас меня спалит. Так. Интересно, он не отберет у меня инструмент? Бой! Бой, это слайд. Let's go. Серьезно, я как в тюрьме, ребята, мне это вообще не нравится. Мы с помощью этого инструмента можем как раз, я так понимаю, шар-то вытащить. Блин, заколебали. Правда, вы меня заколебали, ребятки. Они, кстати, в темноте же хорошо тоже видят. А на какой хрен вам вообще фонари? Я что-то не понимаю. Не-не-не. Да, они, блин, ском... Да ёкарный бывает. Тут какая-то фигня, кстати. А как мне так провернуть, ребята, чтоб я быстро все сделал? А, тут, кстати, стоит уже X быстренько. В общем, прикол. То есть мне каждый раз надо будет подбирать
и быстренько уходить. Нет! Палит, палит, палит. Что же придумать, ребята? Подозрительные совы. Не надо, не надо! Бой! Тварь. Как мне это все быстро сделать? Единственное, только надо подгадать момент, там будет. Надо быстро подгадать момент, когда он пойдет уже в ту сторону, мы с тобой быстренько сделаем все как надо. Вот. Хорошо, хорошо, друзья, все отлично, все отличненько. Меня это радует. Да, есть. Опа! И вон еще, вот, вот, вот еще шар. А куда мне эти шары, блин? Что это за шары вообще? И как мне это быстро сделать? Он же тоже спалит. Блин. Боюсь, боюсь, друзья. Фу. Ну все. Поздравляю. Поздравляю просто. Хотя, может, он не увидит? Серьезно? Ну, слава богу. Ладно, он не увидел меня. Так. Мне надо туда попасть. Мне надо, друзья, туда вот попасть. То есть сейчас он отойдет, и я быстренько шурую влево. Давай. Пух! Капец! Капец, 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 капец. Ребята, там стенка была. У меня проблема. Ребят, то, что яркость здесь... как бы вроде нормальное, но у меня освещение, короче, меня освещают 3 лампы. Из-за этого я плохо вижу, ребята. Так, ну у нас есть эти шары. Что нам с ними делать? Так, давай отходим вон туда вот. Он же не спалит нас, да? А, так вон мне куда надо. А в смысле, а как мне отключить это? А мне надо как-то это отключить. Так, надо посмотреть, что там на верхушке вообще. Как туда попасть, где там этот знак. Я так понимаю, надо вот это вот... Там какой-то будет рычаг... И с помощью него мы с тобой бой. Вот что там слева? Надо посмотреть.
шип какой-то. Кнопка. Дуга мне нужна. С. Вон там шип еще есть, кстати. Опа! Не-не-не, лучше так, я думаю, так лучше не делать, ребята, идем обратно. Так, выход есть. Шипы. Понял. Все хорошо. Так, возвращаемся. Еще раз вот так делаем. А он сразу выходит, блин. Ну, этот не палит. Ладно, хорошо. Хорошо, 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 друзья. Теперь нам нужно идти туда. Z мне нужен, да? Угу. Капец, как я тут заколебался, если честно, ребятки. Пожалуйста, только не пали. Углубление для шаров. Угу. И вот шары. И чё там? Стоп, это чё, это главный? А он спит. Спасибо, ваше гостеприимство не знает границ. Он такое чувство, что, знаешь, высасывает энергию из них, из детей. Жесть какая. Не подается, шкаф закрыт. Мне как-то надо спрятаться. Хрена себе, сигнализация, блин. А, ключ, 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 ключ. Блин, хорошо, что мы с тобой. Окей, у нас теперь есть ключ. Ключ снятый. И вот там, верно, можно открыть, да? Не-не-не. Вот. Да. Да, отлично. Ты, кстати, да, вот так вот я намного лучше вижу, ребята. Серьезно, вот так вообще не вижу из-за ламп. Я говорю, они, блин, светят в глаза, поэтому... Ну, это специально как бы настроено все, но вот... Блин, монитор... Чё за фигня? Кто это? Что это? Охрененно. Где? Неправильно. А как тогда? Ладно, 6. Ой, 8 4. Какого, блин, фига? Как я должен был догадаться? Ну, короче, методом. Тыка. Так, и я так понимаю... Блин, палку эту ни хрен возьмешь. Какая-то палка интересная. Thank you. Угу. Так, и теперь, я так понимаю, мы уходим, да? А куда мы уходим?
Так, тихо. Главное, чтобы не спалили. Я так понимаю, обратно мы идем к лодке, да? Мы же, типа, что-то выключили. Так, ждем, друзья. Да, сраные совы, блин. Подгадать еще надо. Погоди, нам на другую сторону надо. Ты же помнишь, там как бы справа еще по идее есть. Ну-ка, давай попробуем. Блин, только мне надо побыстрее сейчас этого. Блин, сейчас наоборот надо, ребят. Ладно, хорошо. Сейчас мы с тобой идем сюда. Во, отлично. Тут специально это вот как сделано-то, ребят. Специально все. Так, и вот теперь... Быстрее, фух! Вот, там было эска. Ай, блин! Тупим, сегодня мы с тобой потупим. Так, сюда тогда? Мне получается надо сюда. Угу. Вот оно что. Теперь мы переключаемся на S. Вот, и теперь мы с тобой спокойно идем сюда, вообще не боясь. Охренеть. И лодка. Лодка уже здесь, ребят. Череп, кстати, там. Да. Погнали, запрыгивай. Пожалуйста, вези меня, вези. О, он проснулся, боже. Пошел нахрен, козел. Козлы вы. Жесть. Сжечь бы это дерево нахрен с этими совами. Ублюдки, мать твою. Все, нормально, друзья. Расслабьтесь, все круто, мы... Это что такое? Это что за... Охренеть, это... Твою мать! Что надо? Охренеть! А что за фигня? О. Фонарь? Он типа отпугнет их или чего? Нифига себе. Пошел нахрен. Да че у вас так много, козлы? Уроды. Все, фонарь меня спас. Понятно. Их-то сейчас будет миллион просто. Надо еще успевать будет. Нагревайся давай! Пошел ты! Это жесть просто, ребят. Мы только, блин, вырвались из перьев смерти. Как новые уроды тут лезут к нам. Козлы. Ну-ка, пошли отсюда, Сквидвардвы. Чёртовы. Гомункулы. Чё так сложно? Я охренею. Так, это самый быстрый, шустрый. Слезай с лодки! Или плати! Залез все-таки, а? Все, хорош! Че так много-то их? Че вам надо, реально? Подвести вас? Я вам тут не Яндекс, не Убер.
Капец, они придумали, конечно. Фух, успел. Иди, иди отсюда. Фух, щищ. Мы выжили. Не-не-не, братан, не отрубайся только. Не, нормально. Нормально, друзья, все. Глава 3. А чё, так быстро? Источник. Так быстро? А чё так быстро, кстати, реально? Как-то глава 3. Там же сколько эпизодов, да? Ну, как бы сказать, мы тут быстро, нам повезло с совами, потому что я бы, наверное, там действительно не знаю, сколько бы... Сколько у нас уже запись тут идет? Ладно. Ребят, на этом будем с тобой заканчивать. Сейчас мы... Да давай, братишка, сохранение, сохранение важно. Сохранение, все дела. Уже есть? Было? Все, норм. Выходим играть. Офигеть, да, мы так бы... Ни хрена себе. А, ну понятно, вот это вот легкое. Ну и это тоже легкое. Понятно, почему мы так быстренько прошли. Ладненько. Ну вот и там начинается что-то жесткое. Ладно, ребят, на этом все. Надеюсь, вам зашла серия. Было сегодня прикольно, действительно. На этом все. Бай-бай, дорогие братишки.